Уважаемые энергетики, уважаемые ветераны отрасли, разрешите поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем энергетика. В этом году в условиях сложной ситуации, связанной с пандемией, энергетические предприятия Вологодской области доказали, что со всеми вызовами могут оперативно работать и достойно выходить из всех сложных ситуаций. Это вдвойне приятно в столетний юбилей плана ГОЭРЛО. Хочется пожелать, безусловно, крепкого здоровья, успехов, реализации всех намеченных планов. И, конечно же, еще раз поздравить и чествовать ветеранов отрасли. Благодаря их начинаниям сегодня энергетическая отрасль Вологодской области и в целом страны развивается планомерно, поступательно и успешно. С профессиональным вас праздником, дорогие друзья!